Побед, завоевав 9 золотых медалей из 11. Свидетелем встречи Владимира Путина с боксерами стал наш корреспондент Сергей Бабаев. Владимир Путин, как активный поклонник единоборств, решил не только пообщаться с боксерами-олимпийцами, но и позаниматься. Приехав на тренировочную базу в Чехов, он тут же переоделся в спортивные костюмы и кроссовки, взвесился и познакомился с теми, кто недавно триумфально выступили на чемпионате Европы и будут представлять Россию на летних играх в Афинах. Приветствие у боксеров своеобразное. Александр Манин, 64 килограмма, чемпион мира, чемпион Европы. Олег Саитов, 69 килограмм, чемпион Европы, мир двукратный. Чемпион обладатель кубковой барки. Спринговал президенту двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Один другому пытается наступить на ноги. Упражнения учат чувствовать дистанцию. Азы защиты и нападения в боксе, сила и направление удара. Члены олимпийской сборной показали президенту, как правильно надевать перчатки и двигаться по рингу. Владимир Путин в ответ пообещал помочь с высокогорной базой. Возможно, ее возьмут в аренду у Армении, чтобы спортсмены могли повышать выносливость при низком давлении атмосферы на высоте 2,5 километра. Да! Для России это победа! Мы собираемся в кружочек, беремся вот так вот. Женя говорит, ну что мы им? Мы да! Все, мы лучшие, мы да, все, ну, такой наш чисто психологический настрой. Настроя на недавнем чемпионате Европы по боксу российской сборной хватило на 9 золотых медалей из 11 возможных. Нашим аплодировали даже чужие болельщики. Поначалу пришел, конечно, чтобы научиться подраться. Уже плавно это переросло уже в желание постичь дальше, подняться на вершину. Дальше уже какие-то цели ставил себе, там, Европа, мир уже захотелось. Олимпийские игры. Да. Я остановился на боксе, попал в секцию бокса и все, и мне что-то это понравилось. Так это, ну, так это было зажигательно, все это было, так, знаете, какое-то такое, ну, слово бокс такое, что ли, мужское такое. Ближайшее большое дело – Олимпийские игры в Афинах. Из 11 доступных путевок в Грецию российские боксеры получили уже 9. И за оставшееся время обещают добыть еще 2, чтобы наша страна была представлена во всех весовых категориях. Серьезными противниками считают бойцов из бывших союзных республик, те же техника, тактика и традиции, сильны и представители острова Свободы. Кубинский синдром уже прошел, и ребята поняли, что просто выходить и бить их надо, вот и все, с кулака на кулак. Бокс – это искусство. Творите, выходите на ринг, творите, что хотите там, в общем, и делайте, старайтесь сделать из соперника своего дурака. Напутственные слова олимпийцы услышали и от Владимира Путина. Нельзя бояться ничего проиграть. Как только начинаешь бояться проиграть, начинаешь проигрывать. Надо просто драться. Пожелание удачи в Афинах президент написал прямо на боксерских перчатках. И перед отъездом поговорил с готовящимися на базе в Чехове участниками паралимпийских игр. Соревнования инвалидов пройдут на тех же спортивных объектах, при том же стечении публики, с тем же азартом. Сергей Бабаев, Андрей Леонов, Первый канал. Хватило на 9 золотых медалей из 11 возможных. Нашим аплодировали даже чужие болельщики. Поначалу пришло, конечно, чтобы научиться подраться. Уже плавно это переросло уже в желание постичь дальше, подняться на вершину. Дальше уже какие-то цели ставил себе, там, Европа, мир уже захотелось, Олимпийские игры. Да. Я остановился на боксе, попал в секцию бокса и все, и мне что-то это понравилось. Так это, ну, так это было зажигательно, все это было. Так. Помочь с высокогорной базой. Возможно, ее возьмут в аренду у Армении, чтобы спортсмены могли повышать выносливость при низком давлении атмосферы на высоте 2,5 километра. Да! Для России это победа! Мы собираемся в кружочек, беремся вот так вот. Женя говорит, ну что мы им? Мы да! Все, мы лучшие, мы да, все, ну, такой наш чисто психологический настрой. Настроя на недавнем чемпионате Европы по боксу российской сборной. Какое-то такое, ну, слово бокс такое, что ли, мужское такое. Ближайшее большое дело – Олимпийские игры в Афинах. Из 11 доступных путевок в Грецию российские боксеры получили уже 9. И за оставшееся время обещают добыть еще 2, чтобы наша страна была представлена во всех весовых категориях. Серьезными противниками считают бойцов из бывших союзных республик, те же техника, тактика и традиции, сильны и представители острова Свободы. Кубинский синдром уже прошел. И... Александр Манин, 64 килограмма, чемпион мира, чемпион Европы. Олег Саитов, 69 килограмм, чемпион Европы, мир двукратный. Чемпион обладатель кубковой барки. Спринговал президенту двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Один другому пытается наступить на ноги. Упражнения учат чувствовать дистанцию. Азы защиты и нападения в боксе, сила и направление удара.
Члены олимпийской сборной показали президенту, как правильно надевать перчатки и двигаться по рингу. Владимир Путин в ответ пообещал победу, завоевав 9 золотых медалей из 11. Свидетелем встречи Владимира Путина с боксерами стал наш корреспондент Сергей Бабаев. Владимир Путин, как активный поклонник единоборств, решил не только пообщаться с боксерами-олимпийцами, но и позаниматься. Приехав на тренировочную базу в Чехов, он тут же переоделся в спортивные костюмы и кроссовки, взвесился и познакомился с теми, кто недавно триумфально выступили на чемпионате Европы и будут представлять Россию на летних играх в Афинах. Приветствие у боксеров своеобразное.